Подготовка пляжей и парков, организация детского отдыха стали центральными темами на очередном общегородском совещании с первым заместителем главы городского округа Химки Родионом Левочкой. Поздравляю всех с началом летнего сезона. Сегодняшнее наше общегородское совещание будет посвящено тематике летней. Пляж в парке Толстого практически готов к приему посетителей. Здесь завершают покраску объектов, очищают песок на набережной и прилегающую территорию. Аналогичную работу уже провели в 7 парках и 5 скверах городского округа, которые готовы принимать гостей. Территории станут площадками для проведения 35 мероприятий ко Дню России. А афиши есть? Афиша готовится конкретно вот 12 июня. Афиша сейчас запущена, она в процессе. Как только мы согласим, мы ее запустим. Все мероприятия бесплатные. Конечно. В Химках заработали детские лагеря дневного пребывания на базе 15 школ. Стоимость путевки 9900 рублей, родители оплачивают 10%. Остальная сумма погашается из средств бюджета города. Общий охват, планируемый к оздоровлению детской территории городского, почти 16 тысяч. На совещании обсудили вопрос транспортного сообщения на канале имени Москвы. Третий год подряд в Химках работает речной маршрут, который курсирует от причала вблизи стадиона «Арена Химки» до речного вокзала в Москве. Стоимость проезда – 150 рублей. На видеосвязь с участниками городского совещания вышла химчанка, которая регулярно пользуется маршрутом. Сейчас особенно хорошо то, что можно свободно доехать до Москвы и оплатить проезд. Своей банковской, да, прям на месте, мы очень вам благодарны. Родион Левочка отметил, что качество обслуживания пассажиров речного общественного транспорта будет улучшено. Работайте, пожалуйста, с департаментом транспорта Москвы в применении льгот для пенсионеров, школьников, ну, всех категорий льготных пассажиров при перевозках водным транспортом. И второй момент – это передача пристани в безвозмездное пользование городу. Он относится к каналу имени Москвы, поэтому для того, чтобы привести его в нормальное состояние, нам нужно, чтобы он официально нам был передан. Еще одна тема совещания – меры по ликвидации очагов распространения борщевика. В данный момент мы имеем 97 обращений через портал Добродел, из которых закрыто 48 и 45 в работе. В настоящее время запущена процедура закупки услуг на проведение работы в борьбе с борщевиком Сосновского, что позволит нам в целом закрыть площадь 192 гектара. Кроме этого, на совещании обсудили и другие заявки на портале «Добродел». За минувшую неделю по вопросам ЖКХ и благоустройства поступило около 1100 обращений. Половина из них касаются работы управляющей компании «Химок» во дворах и подъездах многоквартирных домов. На все заявки в администрации города реагируют в кратчайшие сроки.